Итак, друзья, всем привет! 7 июня, приехал культивировать. Утро доброе. По утрам работать гораздо интереснее, гораздо приятнее, не так жарко. Арбуз растет, вижу, что семечко прет и уже начинает пускать плети. Вот так вот выглядит арбуз. Сейчас заеду, прокультивирую, зацеплю культиватор. И в бой. Завожу трактор. Пусть шарабанит. Вот этот культиватор. Цепля. И начинаю работать. Посаженную рассаду, она заметно хуже, она болеет, семечко мощное, красивое, приятно смотреть. И заезжаю в тот ряд, с которого выезжал. Опускаем и вперед. Закончил культивировать. В этот раз культивация прошла бодренько, быстро. Трактор идет шустро. Сейчас будем полоть с краю пленки и возле лайфлета. Ну и, соответственно, в лунках. Вот наглядно видно, где трава не подрезалась. Это нужно срубить мотыги и обязательно в лунках, в которой трава присутствует, ее выдернуть. Техпроходы прошел обычным культиватором, это КПШ, не стал цеплять КПГ, потому что на этой неделе опять дожди и все по новой. Новый день, включил скважину, сейчас поправлю лайфлет, буду кормить наш арбуз. Первый раз дадим селитру 100 килограмм на 3,5 гектара. Это мало, это немного. Сейчас это всю бурду помою. И расскажу, как мы это делаем. Включил вторую скважину и иду поправлять лайфлет. Здесь у нас соединение, сейчас повернул, чтобы вода не так сильно сопротивлялась. Здесь суслик начал жить. Идем дальше, смотрим, чтобы не было изгибов. Ну, а здесь подтянуть, и вода не будет идти. Наша семечка укоренилась, мы специально ее долго не поливали. Сейчас будем разгонять плеть, будем давать селитру, удобрения, которые нам дали на испытание. И я думаю, за неделю плети просто шагнут вперед. Сейчас заметно семечка опаздывает от рассады, но если семечка укоренилась, ее потом хрен догонишь. Начинаем размешивать нашу селитру. 100 килограмм размешиваются примерно за 15 минут. Также еще сюда бахну удобрение, корневая подкормка, которую нам дали на испытание.
размешиваем. Новый день. Иду досаживать Каролина Гросс. Посадили, суслики сожрали. Сейчас досажу и как раз к сентябрю успеет. Осталось там корней 5. Это, так сказать, спасение. Возможно, и они и выстрелят. Вчера пролили, дали удобрение. Сегодня очень жарко. Заметно, как арбуз распушился после полива, после культивации. И у нас в этом году погода прям арбузная. Очень мало ветра. И очень-очень солнечно. Видно, что разные сорта, вот таблички, и развитие арбуза совсем разное. Основное поле у нас посажено, ну, полем это назвать очень сложно, здесь всего 3,5 гектара. Пол поле Манчестер и пол поле Користан. Ну а вот начинается Каролина Гросс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть кустов осталось. Сейчас досажу. Вчера прокапали. Лунки сырые. У нас был сильный дождь. Здесь много замыло. Много залезло под пленку. И вот то, что осталось, сейчас этого мало. Будем потом его, первую зависть, отрывать, чтобы арбуз был крупный. Нагоним. Нагоним плеть. И думаю, что первое место за нами. Этот ряд у нас экспериментальный. Здесь около 7 новых гибридов, которые мы будем испытывать. Развитие арбуза мне очень нравится. Еще зависит от семечки. Здесь семечко крупное, здесь поменьше. И растение развивается, ну, примерно какое семя, такое и племя. Семечко крупное, растение агрессивное, огромное, мясистое. Семечко мелкое, ну и растение такое же.